Меня зовут Полоян Сурен, я представляю клуб «Самбо Питер», занимаюсь под руководством Кононова Дмитрия Сергеевича. Я с детства занимался карате, это когда в 7 лет меня отец привел в секцию карате и начал заниматься на протяжении 5 лет этим видом спорта. Добивался каких-то определенных высот в этом виде в детстве. А позже друг познакомил меня с таким видом спорта, как борьба. Ныне это дзюдо. Дзюдо я начал заниматься где-то от 14 по 16 лет. И последующее время уже развивал виды борьбы. Занимался другими видами борьбы, в том числе и грэпплингом, и вольной борьбой. Начал выступать по самбо в Новосибирской области. 18 лет я переехал в Петербург. И в Питере, собственно говоря, начал заниматься самбо. Но последующие 2 года назад я только возобновил, получается, карьеру в борьбе. После перерыва в 2 года на сегодняшний день занимаюсь в клубе «Самбо Питер» по адресу Авиационная, 19. До этого тренировался у Коршунова Александра Игоревича в Кашево-Сэме. Это один клуб, насколько я понимаю. Где-то 4 года назад я познакомился в спортивном зале, в тренажерном обычном, с таким бойцом, как был Басир Вагапов. Он еще тогда занимался единоборствами, выступал в каких-то лигах определенных. Позже, когда 2 года назад возобновил карьеру в спортивных единоборствах, я, получается, пришел в Кашево-Сэм к Коршунову Александру Игоревичу. А он уже там занимался у него. Недавно, где-то в апреле этого года, я узнал, что он бьется на турнире MFC 004 или 3, по-моему. Он там выиграл бой. Заинтересовался лигой MFC. Спросил, что за лига. Он меня познакомил с Александром Никитиным. И получилось договориться, чтобы выступить на турнире MFC 005. Готовился, тренировался и выступил на этом турнире. Пока планы тренироваться, заниматься, выигрывать. Далее все от Бога, как говорится. Добьюсь успеха, буду очень рад. В принципе, нацелен, мотивирован, заряжен. Амбициозен. Я не знаю, что еще добавить. Но об этом еще говорить рано. Конечно, со временем, развиваясь, выигрывая, будем идти к этой цели. Ждать там титульного боя. Драться с Абдулбасиром Вагаповым. Да нет, я не буду с ним драться, это мой товарищ, очень хороший. Он сейчас, кстати, в Махачкале отдыхает. Но на данный момент это, конечно, добиваться опыта, выступая. В принципе, в планах вообще на начальном этапе нужно проводить максимальное количество соревнований в год, как на любительском этапе, так и на профессиональном. Сейчас максимально способствует тому, чтобы не пропускать тренировки, усердно работать и, в принципе, идти на результат только на победу. Потому что школа очень хорошая, школа позволяет, я думаю, не только в Петербурге, но и по всей России знают о такой школе, как «Самбо Питер». И, в принципе, найти, наверное, хорошего промоутера, который сможет продвинуть. Мы на этом пути, мы сейчас нашли уже этого промоутера. Я бы хотел провести поединок с таким бойцом, как Эмиль Гасанов. После боя хочу сделать заявление. Это сейчас желание есть. После боя я полностью дам комментарии по этому поводу. Спасибо большое.